Ребят, всем привет, кто смотрит это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а самое главное, распространяйте видео по соцсетям. А можно мы вас тоже поснимаем? Ну не надо, пожалуйста. Потому что у вас? А почему мы не можем вас снимать? Почему вы снимаете? Что, у нас есть камера? А то я, смотрите, я ж приду, проверю. Вы пытаетесь похитить его имущество? Не, да хватит вам, а я прячу, чтобы меня не смотрели. Кого прячете? Надо да, на камеру мы много говорить можем. Вот это мы вас видели уже. Где? Право. Мы понимаем, что... Алло, говорите, вас не слышно. Что нет? Что-то может это не лёд, это назначение врача. Да нет, сейчас поснимаем ассортимент, да пойдем. Ты с чем вы снимаете ассортимент? Да просто. Да. А кто разрешает вообще снимать? Мне бабушка Бэтмена разрешила. Кто нам не разрешает? Ну зачем наш ассортимент снимать? На сайт заходите и смотрите. Здрасте. Здравствуйте. Да я потом своим швеем дам, они такой же сделают вообще. А можно мы вас тоже поснимаем? Ну не надо, пожалуйста. Потому что у вас сейчас? Не можно. А почему мы не можем вас снимать? Кто вас вам как бы снимать? Нет, молодой человек говорит, нельзя это снимать. Мне нельзя. Почему? Не хочу. Он не любит. Справимся. Нет. Я не медийная личность. Подушка такая ортопедическая. Почему вы снимаете? Что, у нас есть камера? Ну, мне бабушка Бэтмена купила камеру, сказала, на. Хорошо придумали. Да. Ну, это не я придумал, это она придумала, наоборот. Mm-hmm. Она мне купила камеру, говорит, на тебе. Mm-hmm. С днем рождения тебя, говорит. С 35-летием, она говорит, Sony тебе камеру экшен, и иди. Все. А почему вы не блондин? Хороший вопрос. Вот примерно такой же примерно к нам. Точно перекрашивать? Не надо для меня двигаться. А то я, смотрите, я ж приду, проверю. Вы пытаетесь похитить его имущество? Не, да хватит вам, а я прячу, чтобы меня не смотрели. Кого прячете? Не, ну вы же сказали, что прячете, кого прячете? Себя прячь от камеры, не надо. У вас тут, может, преступников прячь? Конечно. Надо да, полицию на камеру мы много говорить можем. Да? Да, это его про себя. Теле, да? Вот это мы вас видели уже. Где? Помним. Какой вопрос? Но вы да, даже больше. На какой из них? Вот. На, в смысле, на всякой ну, подушке? Более вот на этой подушке. Конкретно. На подушку. Релакс, да. Ткните конкретную подушку, на которую. Вот, релакс. А на каждой по 2 миллиона человек? Ну, наверное, да. Или суммарно на всех трех? То есть они все спали на них? Статистика. На них все спали, хорошо. Да, на них все спали, да. На такой подушке спят. А где видели нас? Не надо камеру на меня ставить, я же сейчас сломайте даже не дотрагиваюсь. Ну так и не надо. Рука не дотягивается. И не надо. Не надо, очень дорогие. Так а где видели-то нас? А я вспомнил. Где? Мне просто самому интересно стало. Где вы меня видели? В зоопарке. В клетке с львами. В зоопарк я точно не хожу. А почему у вас съемка запрещена? Возможно вообще вот как-то ваши документы, я не знаю. Паспорт? Выключить камеру, меня тоже не надо снимать. Вам паспорт дать? Она, наверное, кредит хочет оформить. Да? Камеру выключите, пожалуйста, себе. Это просьба или требование? Это просьба. Отклонить. А выключите свои камеры. Ну, чтобы мы на равных были. Скажите, ваши книги, отзывы, предложения, какой организации принадлежит? Я не очень понимаю, ни печати, ни ООО, ничего не прописано, подписи директора нет. Тот, который мне дали ваш кодекс. Кроме того, с 2017 года прокомментируйте, пожалуйста, ни одного ответа потребителя на отзывы предложения. Вот в 2017 году написано, ни одного. Обязательно ответим. А остальные документы вот уже правила торговли, давай дальше прав потребителя слишком разные документы. Спасибо, прошу подарить?
Подарить не хочу. Смотреть, есть прямо. А почему подарить не хочу? Маме книжки, я за денежку покупал. Махнуть на стену, если хотите. На подушку, на подушку. Ничего себе книжечка, да, вот 100 рублей на подушку. Ну так она же вам нужна, у вас же должна быть она же вам только книжка. Вот я хочу посмотреть, точно ли есть? Вы меня обманываете. Неудобно. Кислород. Тонов. Не видел? О. Так, торговля. Смотрите, редакция действующая с 4 января 2017 года. А они действовали до 2018 года. В 2018 ввели следующий. Они действовали до 19. В 19 ввели следующий. И в 20-м, и в 21-м уже. То есть 5 лет мы не поменяли правила торговли книжки. Года, постановлением правительства 2463 действует новое правило торговли. Можно вас попросить, как руководителя, ознакомиться? Вот всего маленький абзац. Нет, а мы же не запрещаем, мы же не отбираем у вас камеры. Вы читали? Нет, если бы вы забирали камеру... Вы же попросили меня выключить, вы уже запретили. Это уголовка. Еще раз, если бы вы забирали наше имущество, вы бы попадали под уголовную статью. Что значит не отбираем? Мы уже у вас кассу не забираем, правда? Я говорю, мы же не закрываем там наши камеры. Ну, даже не запрет. Съемки вообще там. Мы попросили нас лично. Мы сейчас должностны при исполнении в общественном месте. Магазин часы работы сейчас. Давайте я посмотрю, что есть. Вы сейчас не граждане должностные при исполнении. Вы не можете это относить. Да, в общем, человек на работе находится, и вы не имеете права запретить что-то. Один гражданин, в принципе, запрещает что-то другому, не может. Только сотрудник полиции или суд может запретить налить. Вот так иностранные гражданские права, я вам могу запрещать там, передвигаться на ногах, только на руках. То же самое запрещать вам пользоваться нашим оборудованием. Которое мне купила бабушка Бетона. Со своими сказками. А где вы меня видели-то все-таки, что? Я не знаю, но я вспомнила, у меня хорошая детская. И молодого человека тоже видели. Где? Тут интересно, где? Вы YouTube, что ли, смотрите? Расскажите. Кирилл, пусть расскажет, может, они стесняются на камеру. Где? Расскажите. Вот его, молодого человека. На YouTube? Да. У меня часто ребенок тут не снимается. Да уже выключили. Расскажите хоть.